Сегодня Кочерян, Сарксян и их команда серьезно наступают Пашиняну на пятки. Оппозиция призывает отменить заявление от 10 ноября между Пашиняном, Алиевым и Путиным и обещает это сделать в случае прихода к власти. Они обещают начать войну против Азербайджана. На самом деле, этими лозунгами они лишь подталкивают своих сторонников в обществе к радикальным шагам. Как передает Ахар Ас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Тевас Аршакян. А Пашинян с командой больше заняты выяснением отношений со своими многочисленными политическими противниками, чем спасением страны. Население Армении продолжает покидать ее, не веря в ее счастливое будущее. Сложилась весьма опасная ситуация, когда в стране сегодня все против всех. Наиболее ярко это проявляется в соцсетях, которые буквально кипят от зашкаливающей ненависти, отметил армянский политический обозреватель Тевас Аршакян. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!